Мы хотим что-нибудь у тебя спросить. Например, как ты умудрился пропустить два этапа чемпионата России? Пока один умудрился. Ну, второй, видимо, тоже пропущу, да. Что случилось с тобой? В чемпионате Беларуси в полуфинале. С Батэем мы играли первый полуфинал. Там, ну, в атаке своей меня встретили защитники и вратарь. Жестко встретили. Ну, да, хорошо, да. На месяц. На месяц встретили. Есть надежда, что к Самаре ты оправишься? Нет. Нет. Точно. У тебя не было возможности переквалифицироваться из игрока Элмонта в тренера на Очень Ватер, важный походу. Матч. Ну, мы над этим с руководством разговаривали. Может быть, на собрании, сейчас будет собрание, может быть, поговорим над этим. Но пока то, что на меня билеты куплены, я знаю, в Самару, но то, что они сдавались обратно, такого не было разговора. Билеты куплены Элмонтом, да? Да. Опасный момент. Как тебе этап чемпионата России в Москве? Матч Кристалл, Локомотив? Вообще, Кристалл... Сейчас третий этап, да, и Кристалл новую игру играет вообще. Два этапа, такое ощущение, что они разбегались, а сейчас они разбежались. Ну, вообще другой футбол, отличающийся вообще от всех, за все года, наверное. Другой футбол совсем. Кайфуешь, смотришь. Реально их остановить кому-то? Пока, я, честно говоря, даже не знаю, чем остановить Кристалл. Только, наверное, супер, наверное, какими-то физическими состояниями какими-то. Но, великолепный удар. Ну, честно говоря, пока не знаю. Таким же футболом. И Максим таким, такого же футбола нет никого. Ни у Мотива, ни у Кристалла, ни у Спартака, ни у нет такого. Вот. Если физическое состояние футболистов, ну это надо подготовить так, футболистов тщательно, да, чтобы они перебегали, да, и добежали все 36 минут. Тогда будет разговор, да. А так пока, честно говоря, я вот смотрю на игры, я пока не вижу. Как тебе Элмонт? Элмонт был вчера, точнее, Элмонт был позавчера, и Элмонт должен быть завтра. За кого ты можешь говорить? Да. Я переживаю за Элмонт, переживаю за новатор, конечно. Вот. Естественно, я сейчас нахожусь как игрок Элмонта, да? Вот. И, конечно, я переживаю больше за Элмонт, понятно. Вот. Ну, и в новаторе там недалекие мне люди, да, находятся. Все же я сейчас за Элмонт переживаю, да, и думаю, что завтра мы должны свои очки взять. Советом. Что-нибудь еще хочешь сказать? Всем здоровья и любви, и счастья. Все. Спасибо. Лечись. Спасибо. Давай. Пенальти.